рассчитана на трех человек. Причем вентиляция у ней просто колоссальная. Сверху и еще сзади тоже открывается. Вентиляция просто прекрасная. Эта палатка еще хороша тем, что ее можно использовать. Допустим, приехали вы поздно вечером. Вот, у вас есть большой шатер, большая палатка, куда все могут лечь. Вот, а переночевать негде. Вот ее быстро можно поставить, заночевать, отдохнуть, а потом уже ставить основной лагерь. Вот, ну и в принципе, для тех, кто любит маленькие палаточки, вот эта палатка просто идеальна. А сверху шатра никакого нет? Сверху сейчас еще будем одевать тент. Еще можно растяжки сделать, а мы сейчас делать не будем. Открываем вход. И у нас получается вот такая небольшая прихожая. Внутри есть завязки, которые как раз нашу палатку и выровнят по углам. Вдвоем просто шикарно. А если кто-то один, то матрас сюда двухметровый вполне встает, занимает, скажем, место столько, а здесь у вас получается место под вещи. Вот получается, на коленях стою. Не такая уж она и низкая. Крючочек, кстати, под цвет. Можно ложиться даже так, на квадратное, как удобно. То есть тут вход, здесь в конце матрас. Получается, мы будем у вентиляции тоже хорошо спать. Палатка мне очень нравится. Аккуратненькая, маленькая, и самое главное, недорогая. Стоит что-то в районе 4000 рублей. Так что эта вот палатка такая у нас быстрого реагирования. У нас палатки все были довольно-таки большие. Капитальные. А? Капитальные. Капитальные, да. А вот это такая маленькая палатка. Можно поехать куда-нибудь с ночевкой на пару дней. Вот, ее взять. При установке, да, один человек может делать нашу палатку. При всех ее плюсах устанавливает не один, не два, порой три, четыре человека. И с криком и шумом. Вот жена, да, тоже откомментировала ситуацию. На самом деле, да, палатка собирается в одно лицо и очень быстро. Вот, в прихожую можно положить какой-то коврик. При сборе этой палатки ни один человек не пострадал. Не пострадал, да.